Здравствуйте, меня зовут Бабулева Евгения, я проживаю в Культурмске, и вот мы заказали кухню у Алексея. Кухня у нас как бы получилась очень красивая, мне очень-очень нравится, как мы и хотели. Как бы очень удобная, в комфортности. Все полочки как надо, под стаканы, под тарелки, ящички, все выкидается, все плавно закрывается, как бы очень. Все хорошо. Большое спасибо вам, Алексей. Пользуйтесь на здоровье. Что я бы хотел сказать. Вот очень часто приходится объяснять на пальцах. Вот такую сушку я предлагаю. То есть стандартный вариант раньше делали. Тарелки внизу, кружки вверху. То есть я очень часто предлагаю и практически всегда соглашаются на такой вот вариант. На одной высоте тарелки и кружки. Тут еще получается небольшое место по дополнительную полочку там, под посуду. Это всегда очень удобно. Да, ну такой удобный вариант, как бы, вот, особенно у кого с ростом маловато. Да, и еще хотел показать, что нету ни одного самореза, а должен, да, чтобы у нас все чисто, все красиво. Вот, ну в принципе, спасибо за заказ, было приятно поработать. Еще как бы добавлю, что полностью как бы вашему мнению, предполагаю, полностью, как вы нам советовали, все мы делали вплоть до самых ручек. Да, изначально вообще как бы хотели темную кухню. Но когда показали вариант светлую кухню, то сразу согласились. Ну потому что красиво. Да, и как бы полностью очень вкусно. Все полностью довольны. Очень нравится. Спасибо. Ну и вам спасибо большое.